Сейчас активно ведется большая работа по формированию морского фасада города Магадана. Совместно с правительством региона благоустраивается линия берегоукрепления, возводится продолжение парка «Маяк» и строится пирс. Также в ближайшее время специалисты займутся фасадом по улице Портовая, 38. Когда мы смотрим на эту сторону, то, конечно, еще есть воспоминания о тех временах, 30-х годах, когда здесь это все каким-то стихийным образом размножалось, и что-то существует еще до сегодняшнего дня. В моей предвыборной программе в 2015 году было снести каменный карьер и забыть об этом месте. И когда мы начинали, было 96 объектов. На сегодняшний день их осталось всего 14. Самое главное, что некоторые действия, которые мы предпринимали вместе с управлением по делам ГУ и ЧС, управлением административно-технического контроля, они напоминали вообще даже какие-то спасательные операции, потому что люди жили в невыносимых условиях. Здесь нет ни тепла, нет ни воды, не канализация, и в некоторых домах даже не было подключения электроэнергии. Градоначальник также рассказал, что жители тех домов, которые попадали под снос, переселялись в комфортные помещения для проживания по договору коммерческого найма, предлагаемые муниципалитетом. Кроме этого, в скором времени территорию планируют благоустроить, сохранив при этом то, что было посажено жильцами карьера – деревья, кусты, ягоды, а также сделают пешеходную зону со скамейками. В рамках социального партнерства идет строительство ресторана, рядом будет обустроено на терраса.